Francia, nel lavoro cross. Io ho cercato di cercare di fare un lavoro. Ma lì ti si può guardare, signor. Вас просто очень трудно, вам трудно, у вас болевой фактор слабый, вам трудно вообще вставать по рукам. Потом что-то делать, вы ходите сначала какое-то время, не понимаете, что происходит. Лучше всего знаете, как вам утром вставать и раз встал и побежал. Я не могу. Надо. Я, знаете, в прошлом году мне говорили, что надо, я пыталась начать. Но вот если вы это сделаете, есть травма, и она болит, когда я хожу много. Хорошо, вы тогда идите просто с утра. Идите. Не можете бежать, идите. Не можете идти, ползите. Не можете ползти, лежите и шевелите пальцы. Не можете шевелить пальцы и готовьтесь к земле. Не хочу. Тогда идите. Если травма, надо идти, и она вылечится. Понимаете, у вас травма от этого, что очень напряженная, зажатая психика. От этого травма. Вам нужно двигаться и бежать не можете. Если вы не будете раскачиваться с утра, у вас полдня теряется. Вы только к обеду начинаете дрожать. С утра пошла, себя растормозила, все. Если хотите, мы можем вам сделать лечение, лучше поставить семинар, как у меня ставили здесь. Мы вам уберем это движение и дадим вам возможность жить нормально. А потом вам надо начать движение и все прочее. Понимаете? На сайте. Да, потому что у вас очень сильно напряженная психика, и вам нужна уже помощь тоже. Вот из этого напряжения суставы не проходят. Ну, то есть это все накатывается уже. То есть нужно просто это убрать, снять, а потом начать правильно жить. Потому что семена, они просто убирают воздействие какое-то, мы не вылечиваем человека, потому что болезни не в суставах находятся, а в психическом теле, в психике болезни.